On käes periood, mis eeldab seda, et auto kliimaseade peab korras olema. Meil tegutseb vähe sellised ettevõtteid, mis just spetsiaalselt kliimaseadmetega tegelevad. Auto kliima on üks nendest. Me занимаемся обслуживанием автокондиционеров, диагностиками систем, обслуживаем также автобусы, большие пассажирские, и занимаемся тем, что обрабатываем системы вентиляции антибактериальной обработкой. Это уничтожаем всякие разные запахи, бактерии и устраняем неприятные ощущения в автосалоне. Мы работаем аппаратурой, которая озон-генератором, которая производит озон. И мы все знаем, что озон – это та вещь, которая уничтожает разную органику, бактерии, и мы производим очистку системы озонатором. После озонатора не остаются запахи. Это очень важно для людей, которые не любят запахи и чувствуют аллергии против всякой химии. Это не химический способ, он не вредный. И мы даем гарантию на обработку. Если в течение 3 месяцев человек чувствует, что ничего не изменилось или появились другие запахи, он может приехать, и мы сделаем повторную проверку системы, осмотр эвакуатора, можем камерой проверку сделать внутри системы и ищем проблему. Sellist salongi puhastust soovitatakse teha korra aastas. Olet oleks hea seda teha suvehooaja alguses, näiteks pärast suuremat auto puhastust. Samuti oleks kontrollida salongi filtri korrasolekut. Loomulikult saab koha veel hakkama ka konditsioneeride probleemidega. Millised on aga need tunnused, kui tuleb pöörduda spetsialistide poole? Первое явление, это можно ощутить уже, когда появляется первое солнце и начинается автосалон начинает сохнуть после зимы, после снега. И чувствуем, что не уходит влага салона, что потеет стекла. И чувствуется влага, что вот салон влажный. Это первый признак, что не работает кондиционер, потому что кондиционер производит сухой воздух и осушивает салон автомашины. Это первый признак. Второй, что когда уже потеплее и включаем систему кондиционера, чувствуется, что он недостаточно охлаждает салон. Очень долго все происходит. See on juba selge märk sellest, et konditsioneer ei tööta. Autokliima soovitab seda kontrollida samuti kord aastas. Kui näiteks sõita mitu aastat hooldamata, võib see seadma hoopis ära lõhkuda ja siis tuleb kanda hulga suuremaid kulutusi. Väga oluline on salongi filtri vahetus, seda tuleb pidevalt teha. Need on ka suuremad probleemid, kus autoomanikud ise konditsioneeri tööiga lühendavad. Autokliima tegeleb ise ka seadmete remondiga. Me remontiruvame для кондиционеров насосы, компрессоры. Мы ремонтируем алюминиевые детали, варим, мы ремонтируем трубочки. В принципе, можно и сделать детали, которые труднодоступные, или дорогие, или надо очень долго ждать или заказывать. Мы можем изготовить. Это то же самое, что и относится к автобусам и большим джипам или минивэнам, где идет длинные системы, проводки. Мы можем реставрации сделать или новые сделать трубки. Autokliimal on koha peal korralik varuosade ladu, mitte enda tarbeks, vaid ka müügiks. Samuti müüakse spetsiaalseid seadmeid teenindusettevõtetele ja teostatakse spetsialistide välja õpet. Vajadusel sõidetakse ka kohale. Ettevõtte asub Tallinnas Hiiul Tähetorni tänav 21. Täpsemalt saab teenustest aimu ka ettevõtte kodulehe vahendusel.